Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами уникальным рецептом омолаживающей маски, которая способна быстро омолодить возрастную кожу. Но самое главное – это регулярно делать эту маску и пройти весь курс процедур. Но уже после первого применения результат будет очень хорошим. И чтобы сделать эту мощную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку пантенола, 2 капли камфорного масла, но если у вас очень чувствительная кожа, то возьмите 1 каплю. 1 чайную ложку глицерина, 1 чайную ложку кукурузного крахмала и 1 капсулу аэвит. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно расписала в своем блоге. И ссылку на статью я оставлю в описании и в комментариях под видео. Перемешайте все компоненты до получения вот такой вот однородной кремообразной консистенции. И затем нанесите эту маску на очищенную кожу лица, шеи и декольте. И под глаза эту маску тоже можно наносить, отступив пару миллиметров от ресничного края. Через 15 минут смойте маску теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо всего один раз в неделю. А весь курс состоит из 10 процедур. И напоминаю вам, что перед первым применением новой для вас маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя. И этим правилом я вам не советую пренебрегать.